На совещании в администрации Чебоксар обсуждают вопрос повышения тарифов за перевозку пассажиров общественным транспортом. Цены могут вырасти от 1 до 2 рублей. Поднять тарифы просят все перевозчики. Они заявляют, что терпят убытки. Глава столичной администрации Алексей Ладыков дал задание проанализировать предложения и определить их обоснованность. Специалисты работали месяц. И на еженедельном совещании подвели итоги. 20 рублей за наличный расчет, 16 по карте ЕТК. Столько будет стоить проезд в троллейбусах. Проезд в автобусах может подорожать на рубль. Повысится ли стоимость проезда в маршрутках, неизвестно. Перевозчики работают по нерегулируемым тарифам. Это дает им возможность ездить по существующим тарифам и не повышать стоимость. Каждый из перевозчиков будет самостоятельно принимать решение. Соответствующее постановление пока не подписано. В ближайшее время его согласуют с контрольно-надзорными органами. Кроме того, планово выросла стоимость проезда на речном транспорте. Взрослый билет стоит 75 рублей вместо 65, детский – 40 рублей вместо 33. Алексей Ладыков поручил пересмотреть документ, где часть стоимости пассажирских перевозок, а именно 1 миллион 700 тысяч рублей, компенсируется из городского бюджета. Дождливую погоду за Волгу на теплоходах перемещается наименьшее количество пассажиров. Ну или вообще никто не едет. Мы можем прописать, что в случае температуры окружающего воздуха там, ниже 18 градусов или ниже 16 градусов, или в случае, если идут дожди, теплоход за Волгу ходить не будет. Вот эту тему обсудите и давайте примем окончательное решение и доведем до жителей.